По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ЕДДС поступило 978 обращений, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 7, полицию 91, скорую медицинскую помощь 296 и в газовую службу 15. До 6 марта включительно в микрорайоне Опалиха проводится промывка водопроводных сетей после реконструкции ВЗУ-6. Будет подаваться вода повышенной мутности. УК рекомендуется промыть внутридомовые сети. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Напоминаем, контактный номер экстренно-оперативной службы 112.